Доброго всем, дорогие друзья, подписчики нашего канала. Сегодня у нас небольшое обзорное видео по наличию ножей из порошковой стали. Именно вот резаки премиум уровня. Итак, друзья, начнем. Довольно-таки интересные модели. Это CPM-20CV. Первое место выставки. Клинок по резу. Данная сталь у нас заняла. Рукояточка классика. Здесь у нас карельская береза, стабилизированная с акрилом. Небольшой маневренный нож, абсолютно нержавеющий, 20% хрома в стали и практически процент углерода. На обухе 3,5, клинок где-то 12,5 см. Комплектация идет формованными ножнами. По стоимости данная моделька 23 тысячи. Есть еще несколько ножей на подбор из данной стали, тоже в наличии. Фотографию уже могу прислать непосредственно в WhatsApp или Telegram, куда удобнее. Также есть в наличии два прекрасных цельника из S390. Думаю, в представлении данная сталь не нуждается. Термичка от Бондаренко. Ножи небольшие, аккуратные. Здесь у нас карбон, сильвер твил. На прямых спусках сведение 0,2. По обуху в районе 3,5. Вот такие два ножичка остались. Доступны, собственно, к заказу. Да, ценник не маленький за них. За них у нас идет по 39 тысяч. За S390 в цельнике. Также всеми известная сталь CPM-125V. Это уже модельки реально премиального уровня. Вот такой вот ножичек из новинок. Сразу хочу показать рукоять. Это хаотичный карбон. Брусочек очень редкий. Клинок классика, 140 по длине, 3,5 на обухе. На прямых спусках также сведенный 0,2-0,3 мм. Удобен по руке, увесистый. Нож просто шикарнейший. По стоимости уже идет по 65 тысяч рублей. Также CPM-125V есть подобного плана. Здесь у нас на канадский мотив клинок, рукоятка. Шишка в акриле, проставка зуб мамонта и больстер из макумгана. Интересная модель. Как резак будет просто супер. Ну и пополнение коллекции тоже довольно шикарное. Термичка также выполнена от Бондаренко. Комплектация с формованными ножнами. Также 121 рексы в наличии. Термичка на 71 единицу. Здесь у нас рукоятка выполнена. Здесь ставка из позвонка кита. И также смотреть, как получилось интересно сделать обычный черный граб, когда его простабилишь и добавишь синий пигмент. Рукоятка смотрится ну крайне круто. По рексу цена договорная. Пишите, звоните. Также есть вот такая интересная модель 121 Рекс в ламинате от Черепанова. Довольно-таки большой нож. 3,5 где-то по обуху. Думаю, всем понятно и видно, что это ламинат. Он здесь в обкладках из нержавейки 95Х18. Рукоятка классический Ironwood. И проставка из бивни мамонта. Отличный резак. Под любые задачи, под охоту, чтобы не париться о заточке, в принципе, уже никогда. Далее. Всем, опять же, известная S390. Ножи есть в разных комплектациях. Допустим, вот самая простая S-ка, если хочется вам чисто одну хорошую железку и, в принципе, такую нормальную рукоять. Здесь у нас рукоятка из граба, проставка из кориана. По обуху здесь
У нас в районе тоже 3,5 на прямых спусках. Обычный резак, ничего лишнего. Чисто хорошая работяга с термичкой на 69 единиц. Все данные ТТХ, если что, скину уже по запросу. По стоимости 19 тысяч рублей. Ножны в комплекте, естественно. Доставка, может быть, в день заказа уже осуществлена. Также классика S390. Здесь у нас Ironwood. Клинок на, собственно, примерно 140 по толщине 3,7. Отличный нож, ничего лишнего, по 20 тысяч рублей. И опять же, всем довольно-таки, наверное, уже наболевшая комплектация с проставками из зуба мамонта. Здесь, конечно, мамонта побольше, чем обычно. И также с Ironwood'ом. Такая вот моделька, и все еще будет зависеть от ножен. Если без формовки, будет подешевле. С формовкой, собственно, будет уже подороже. Ну и также еще парочка ножей из PM-121 Rex'а. Тоже отличный классический нож, как бы ничего лишнего. Черный граб. Rex-121. Форма такая более канадского типа, как уже говорил ранее. И также формовки. Они вот по 45 тысяч. Более чем интересные модели. Также, друзья, готовится партия ножей в бюджете 5000, максимум 6 там будет, наверное, модели стоить. И в целом все вот это великолепие сейчас находится в наличии. Есть еще много ножей разных сегментов, так что пишите, звоните, ждите нас на ближайших выставках. Самое ближайшее — это Ростов-на-Дону. Напоминаю, что видео у нас снято 9 марта, то есть где-то 16 начнется выставка. Ну и также Москва, Клинок. С 30 марта мы будем там. Ждем всех. Спасибо за просмотр этого видео. Всем пока.